Трагедия на воде. Пенчанин, мужчина пенсионного возраста, утонул в деревне Малые Диковичи. Обстоятельства гибели выяснил наш спецкор Владимир Городнюк. Еще накануне того, как будет установлено, что утонул 71-летний пенсионер, в сети интернет разлетелась информация с призывом «Помогите найти человека». Проживал в Пинске, находился на даче в Малых Диковичах. С 22 марта перестал выходить на связь. Спустя несколько дней, 25 числа, помощи просили уже у пинских спасателей на воде. Была версия, что из-за разлива реки вблизи населенного пункта мужчина отправился перегонять лодку в другое место. И где-то по пути с ним произошло несчастье. Спасатели выбыли на поиски. Вначале проработали водолазы на реке Припять, потому что было предположение, что он мог выйти на Припять. Тело не было обнаружено. И потом катером поехали по местам, где предположительно он мог оставлять лодку. На одном из таких водных участков, рассказывает Александр Каменев, тело пенсионера и было обнаружено. Оно находилось не очень далеко от Малых Диковичей. Учитывая, что утонул мужчина в неглубоком месте, где воды, как говорится, по колено, можно было предполагать, из-за чего произошел этот несчастный случай. Мое мнение такое, что если бы человек был либо в алкогольном опьянении, там, или что, упав на такой глубине, он, скорее всего, по этому мелководью дошел бы там, до деревни не больше километра. Вода уже там была тепленькая, температура воздуха была такая, позволяла пройти. Несмотря на то, что ему был 71 год, но человек был крепкого телосложения, не пьющий, насколько мы знаем. Поэтому это, скорее всего, был несчастный случай, либо остановка сердца. Не знаем, что это могло быть. Мы можем только предполагать. Точную причину гибели поможет установить экспертиза. Это был четвертый по счету случай, когда на территории Пинщины на воде происходит несчастье. Пара примеров еще свежи в памяти спасателей и их коллег из освод Пинского района. Деревня Лисятичи, Пинский район, житель города Пинска. Деревня Кудричи, Пинский район, житель деревни Кудричи. Первый случай, лодка перевернулась, на берегу лежал велосипед, люди позвонили в МЧС, и буквально ростом туда подъехало, и тело поднялось со дна. Второй случай, Кудричи, позвонили соседи, что возле лодки человек лежит, позвонили в РОВД, и сотрудники РОВД совместно с жителями тоже достали тело, там глубина была небольшая. Трагедии на воде под Малыми Диковичами было не избежать. Не допустить ее помогли бы только особые меры безопасности, уверен начальник Пинской спасательной станции. Хотелось бы людям вот такого возраста, престарелого, 71 год, все-таки это уже не молодые люди, самостоятельно на такие мероприятия не уезжать, то есть брать кого-то с собой, там сына, там соседа, допустим, не знаю как. Для того, чтобы, если такой случай произошел, чтобы кто-то мог быстро оказать помощь. Примечательно, что все утонувшие и жители города и Пинского района – это были любители рыбной ловли, на которых по-прежнему приходится немалый процент гибели людей на воде, особенно в зимнее время.